утро. Сегодня мы приехали на монтаж. Будем ставить теплицу капельку. Крепыш с размерами 3 ширина и 4 длина. Здесь у нас брус, арки. У нас внутри все поликарбонат в плане. Уголки профиля. Также у нас будет форточный блок на автоматах. Поликарбонат у нас новатор. 0,75 плотность 4 мм. Это будем разгружать и устанавливать. Разгрузились, все выложили. Сейчас будем собирать брус, торцы, потом уже ставить каркас полностью. Так вот сделали отсыпку. Монтаж теплицы кабелька крепыш с размерами 3×4. Здесь мы уже собрали брус, выставили. Ставим уже арки. Сейчас будем прикручивать прогоны связи между арками. И также уже собирается второй торец. Торец у нас будет с форточкой торцевой задней. Будем здесь устанавливать. С этого торца у нас будет дверь цельная. Плюс у нас будет форточный блок. На автоматах установим. Здесь у нас идет труба 20×40 цинк. Плюс полимерно-порошковая покраска. Брус у нас идет 100×100, обработан антисептиком. Это монтаж теплицы кабелька 3М крепыш с размерами 3×4. Здесь мы уже полностью собрали каркас. Установили оба торца, торец с форточкой, торец с цельной дверью. Также закрепили конек нижний. Сейчас будем мы накрывать поликарбонатом, поликарбонат новатора на 75 плотность 4 мм. И также уже делать, ставить второй конек верхний. Приготовили форточные блоки поликарбонатом, обшили. И уже обшивать дверь с форточкой. Продолжаем монтаж теплицы капелька крепыш с размерами 3×4. Здесь мы уже перекрыли саму теплицу, поставили верхний конек. Дальше мы сделали уже форточный блок, поставили. Осталось сюда установить автоматы и также сделали форточку. Сейчас она зафиксирована на крючке. Сейчас мы будем делать дверь входную и также клеить перфоленту. Надевать профиль и также все это прокручивать. Также здесь установлен резиноторцевой уплотнитель по торцам. И здесь также все будем защищать соты поликарбоната. Здесь у нас форточка. Как внутри, так и снаружи можно открывать. Закончили монтаж теплицы капелька 3М крепыш с размерами 3 ширина, 4 длина. Установили на брус 100×100. Сама теплица у нас идет из трубы 20×40 плюс 20×20 комбинированная. Прогоны идут 20×20, арки несущие 20×40 на 1,5 цинк плюс покраска полимерно-порошковым способом. Также установили диагональные усилители. Первая и вторая забили колышки по углам. Во втором торце у нас форточка торцевая. Также ее можно закрыть и внутри, и снаружи. Здесь у нас по две нитки троса натянуты с двух сторон. Плюс у нас идет форточный блок на автоматах. Уже потихонечку начали открываться. Такая вот напоминалочка еще. Также сделана защита сот для поликарбоната наклеена. Лента перфорирована плюс профиль торцевой. Поликарбонат у нас идет новатора 4 мм на 75 плотности. Такая вот теплица. Капелька крепыш 3×4.